Президент США Барак Обама взял на себя ответственность за гибель двоих заложников в результате американской спецоперации в Афганистане. Беспилотники нанесли удар по базе, на которой находились пленники, но известно об этом не было, и потому они погибли вместе с боевиками. «Сегодня я выразил мои глубочайшие соболезнования семьям двоих заложников, американца Уоррена Уайнстайна и итальянца Джованни Ло Порто, которые трагически погибли в ходе американской антитеррористической операции». Уоррен и Джованни работали в Пакистане по гуманитарной линии, оказывая помощь пакистанцам. Уайнстайн находился в заложниках с 2011 года, Ло Порто с 2012. Гражданин США ранее обращался к Бараку Обаме с просьбой освободить его. Пленников держали на базе Аль-Каиды на афгано-пакистанской границе. Американский беспилотник разбомбил ее еще в январе. Однако эти сведения обнародовали только сейчас. Целью операции, которую проводила ЦРУ, был один из руководителей террористической группировки. Президент США пообещал вынести из этой трагедии все необходимые уроки.